На самом деле я это делал каждый год, я только, наверное, прошлый год пропустил. И в этом году решил возобновить свою личную традицию ближе к Новому году, брить бороду. Вот, поэтому вернулся, можно сказать, что к своим традициям былым. Конечно, наверное, для них, ну, это такая, это палка о двух концах, она может повлиять как в худшую сторону, так и наоборот мотивировать игроков, которые могут показать больше, чем от них ожидаем. Вот. Поэтому я думаю, что смена тренера сильно не повлияет на игроков, потому что они большие профессионалы, они понимают, опять же, встреча ЦСКА и Панатинайкос. Неважно, в каких условиях, она всегда горячая, вот. Поэтому я думаю, что встреча будет тяжелой, матч будет довольно-таки тяжелый. И, конечно же, главный фактор, это помимо тренерской смены, это болельщики Панатинайкоса, которые будут гнать свою команду вперед. Нам важно очень будет устоять не только перед игроками, но и перед болельщиками. Ну, ничего, уже проходили это, поэтому я думаю, что для нас не такие будут сильные проблемы, что там курят, вот, и кричат. Но нам главное выйти не менее мотивированно, чем наш соперник.